Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, приглашаю всех на пост и молитву, которые будут проходить в объединении церквей «Дом хлеба» в городе Кривой Рог 7, 8 и 9 февраля. Я имею честь в этом году быть также на этом посту и молитве этого объединения церквей в городе Кривой Рог. И жду всех вас, дорогие друзья, те из вас, что не смогут быть, присутствовать лично на этом мероприятии важнейшем, то вы можете подключаться онлайн, подключаться через интернет и также в своих городах и странах участвовать в этой молитве. Я очень благодарен Богу за то, что в эти годы рушатся на самом деле религиозные всевозможные твердыни, заблуждения. И сегодня христиане разных конфессий, разных деноминаций, знаете ли, переступив через всевозможные барьеры, всевозможные страхи, фобии свои, которыми жили очень многие годы, протянули руки друг другу. И сегодня христиане разных конфессий, разных деноминаций молятся вместе и делают одно Божье дело. Слава Иисусу Христу! И я, как православный архиерей, как реформатор, очень рад тому, что на этот пост и молитву пригласили меня как спикера и как участника, как гостя этой конференции, можно так выразиться даже, назвать, именно конференции. Потому что вот на этом посту и молитве трехдневном люди ищут Бога, переживают Его любовь и, знаете ли, исцеление, освобождение. И братское общение – это очень важно, потому что когда мы имеем общение друг с другом и ходим во свете действительно, а там собираются, я так понимаю, люди действительно ходящие во свете, ищущие, по крайней мере, этого света, и ходящие во свете. Так вот, действительно, кровь Иисуса Христа омывает тогда всякого греха. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, и подключайтесь, те, кто не сможет быть, а те, кто смогут быть, приезжайте. Адрес и контакты все есть в интернете, можете набрать «Объединение церквей Дом Хлеба», город Кривой Рог. Пусть Бог благословит всех вас. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем!